Итак, мы начинаем нашу конкурсную программу. Первая участница — София Чабан. Ей 15 лет, но она уже не новичок на похожих конкурсах. Она пела не только в Казахстане, но и за рубежом. В России, Италии, во Франции. Сегодня София будет покорять жюри и зрителей мега-хитом из фильма «Агент 007» песни «Skyfall». Итак, дорогие зрители, задержите дыхание и сосчитайте до 10. Почувствуйте вращение земли и биение сердца. И пусть небеса разверзаются и падают. Мы не дрогнем, мы вынесем это вместе. Об этом и споет нам подруга агента 007 София Чабан. Встречайте! Sky falls, when it crumbles, we will stand tall and face it
занимается уже второй год на мастер-классах. Я вижу, что она делает успехи. Я очень довольна тобой, София. Мне кажется, что ты пришла от детских песен к какой-то взрослой работе, как ты хотел. Ну, в общем, молодец. София, скажите честно, волновались? Да, волновалась. Ну, учитывая то, что вы ходили первой, учитывая возраст, в целом хочу сказать, что песня получилась. Не хватило единственное, что это вот, как говорится на молодежном сленге, драйва. Вот такая аранжировка, как говорится. Кстати, пожелание звукорежиссеру чуть-чуть немного громче аранжировки. Спасибо. Аранжировка такая валом идет, и немного вот этого голосового драйва не хватило. А так в целом молодец. София, я думаю, что у вас большая перспектива. Вы только начинаете петь, мне кажется. У вас скоро немножко времени нужно, чтобы открыть дыхание, во-первых. Вы очень хорошо чувствуете музыку. Вначале, конечно, волновались, потом в середине очень хорошо стали развиваться. И, к сожалению, быстро закончилась песня. Но в конце вы чуть-чуть позиционно не скопили. То есть она была более острее. Но все впереди. Тем более вы начинающая певица, поэтому я думаю, что у вас перспектива хорошая. Спасибо. София, хочу пожелать, поскольку вы поете с детства, я думаю, это уже не новое для вас. Но, естественно, переходный возраст, она немножко голос переходного возраста, она сказывается, конечно. И здесь мне казалось действительно поработать, так сказать, по смыслу голоса. Тем не менее, ваша песня соответствовала, хотя бы здесь драйв понадобился, но не соответствовала с внутренним миром, с образом, который вы хотели. Не полностью, не 100%. Но я думаю, в дальнейшем она отразится. Я попрошу зал, давайте поаплодируем, потому что мы уже столько всего сказали, где-то наша участница София, она уже, не знаю, в вопросе. Мне, я скажу, не знаю, вот как брат рассказал, но мне образ просто очень сильно понравился. Потому что ты когда вышла, ты сначала подготовила микрофон, сделала все правильно, как надо. Потом, я думал, ты все, там и останешься, но ты ушла, чтобы выйти в том образе. В образе девушки агента 007. И я тебе скажу, что когда там был проигрыш, ты что-то вроде каких-то танцевальных движений начала делать, вот это было круто. И когда вот шляпа полетела в сторону наших ведущих, я вот просто за Софию хочу извиниться. Но это было круто. София, ты молодец. Образ просто шикарный. Я бы, знаете, хотел сказать то, что в 15 лет, иметь тот уровень, что имеешь ты, это реально круто. Было бы, ну там, плюс лет 7 хотя бы, и это честно было бы уже так себе. Но в 15 лет так уверенно бах-бах выйти, мне кажется, то, что 80, может даже если не 100% профессиональных артистов, тех, кто уже сейчас профессиональные, в твои годы, мне кажется, они лишний раз боялись открыть рот на публике. А тебе 15, ты так уверенно сделала, мои аплодисменты тебе, классно. Спасибо большое.